ряд лет вы были постоянным гостем всех первых страниц газет и не сходили, в общем-то, с телевизионных экранов. Все знали, что вы совершаете туры по тюрьмам, по зонам, выступаете там. Все знали о вашей дружбе с бывшим президентом Украины Леонидом Даниловичем Кучмой, с его женой. Скажите, ну, до такой степени вот сейчас иногда читаешь, что получается, чуть ли не Ян Табачник был крышей Леонида Вот ты Кучмы. понимаешь, я тебе хочу сказать, что ты неправильно все читаешь, ты читаешь еще между строк, что Ян Табачник был и крышей Буша, понимаешь, и крышей Саламой, понимаешь, нет, и кто там еще, и канцлера Коля, там, я не знаю, кто, чьи-то, это все бред. Не были крышей. Дима, ну ты понимаешь, во-первых, я был у Людмилы Николаевны Кучмы, я был заместитель по сиротским приютам этого попечительского совета. Леонид Данилович относился ко мне ровно так же хорошо, как он относился ко всем другим артистам, которые участвовали в помаранчевой революции. Когда это все было, вот это все сейчас происходило, это предвыборные баталии, это все воспринималось, в общем-то, как и в те годы. Никто не думал, что это пойдет в какое-то обострение, что будет какая-то революция. Да, мы понимали, что ты это... Более того, ты же знаешь, я уже называл Виктора Короля, который мой друг. Когда Витя сказал руководству того штаба, а почему вы Яна не приглашаете? Штаба Ющенко. Они сказали, нет, не надо. У нас уже сформированная команда. То есть там изначально уже не было места ни мне, ни многим другим. Почему? Потому что что такое политика? Политика – это зависть. Политика – это провокация. Политика – это ложь. Это у всех. Это не только сегодня, понимаешь? И я понимаю, что, естественно, мне уже там места не было. А потом, когда я увидел все остальное, я понял, что и никаких. Я ни о чем не жалею. Ни о чем, абсолютно. Вот так, как было, вот пусть так и будет. Мне ни о чем У жалеть. вас были какие-то особенные отношения с Леонидом Даниловичем и с У Виктором меня не могло Януковичем? быть с Леонидом Даниловичем. Я Леонида Даниловича видел один раз в год, когда у него был день рождения. Если возьми 7 лет, вот когда с последних выборов Кучмы, вот когда я вот пришел, когда вот я поездил вот по зонам, когда поехал по детским домам, и у меня, назови один правительственный концерт, я говорю, это придут на всех людей, где бы участвовал Ян Табачник или Татьяна Недельская. Нет, не участвовали. Ни в Но он, одном. я знаю, приходил с супругой, на чей семью Да, пригласили. это да. Я приглашал. Так же, Он как его приходил. приглашают другие, в отличие от тех, кто его приглашал, и я приглашал, я остался, в общем-то, человеком последовательным. А у остальных, извини меня, еще губы не высохли от кучмовского зада, понимаешь, который они вылизывали при мне так, и да не только при мне. У меня есть прекрасно, ты знаешь, у меня же все программы, честь имею пригласиться, сохранились. У меня сохранилось все, все записи и в перерыве между этим, и до программы. То есть такие чисто бытовые. Я могу тебе показать этих сегодняшних патриотов, тех, кто хает его, и мне просто стыдно. Извини меня, я не могу так делать. Я нормальный человек, он относился ровно ко мне, так же, как к ним. Может быть, к ним даже лучше, чем ко мне. Я же об этом не говорю, но я, как Иуда, не стану отрекаться. Я не умею Вы это что-то делать. получили от него вот за те годы, когда, как писали, вы были особенно с ним дружны? Вы получили какие-то блага? Дима, о чем ты Квартиру, говоришь? может, дом, я не Дима, о знаю. чем ты говоришь? Если квартиру мою, в которой я, вот когда я приехал в Киев, мы пошли, Петя Порошенко, Витя Король, пошли вместе выбирать мне квартиру. Петя одолжил деньги, и я 2 копейки отдал ему. Мы еще жили вместе с Петей, мы жили уже вместе с Таней в квартире, когда мы только туда вселились, и они говорят, ну когда на новоселье? Марина спросила, Петина жена, у Тани, когда новоселье будет? А Таня говорит, Мариша, ты знаешь, у нас даже еще стола нет. У нас нет еще мебели. Мы только там привезли кровать, ну, понимаешь, и кухня стояла, и все. А Петя Порошенко и так, не сходи с ума. Я тебе должен на квартиру, да я тебе должен на мебель. И На стол. купи мебель, не, купи мебель и живи нормально. Я говорю, нет, Петя, знаешь, давай вот я раньше вот рассчитаюсь, мы так решили. Поэтому я тебе объясняю. Мне никто в жизни никогда ничего не давал. Мне некому ни за что не говорить спасибо. Я могу сказать спасибо только тем моим друзьям,
тем добрым людям, которые ко мне хорошо относились в моей жизни.